Я Николай Казаков, это установка алюминиевой звезды Stantex. Звезды Stantex изготавливаются в двух цветах из прочного износостойкого алюминия по европейским стандартам качества. Покрыты плотной анодировкой. Есть три размера – 64, 60 и 54 зуба на популярной модели мотоциклов под 520-ю цепь. Себе я поставлю на 54 зуба. У звезд Stantex есть лицевая сторона, она с маркировками. Гайки крепления затягиваются по правилу двух треугольников с усилием 59 ньютона-метра. Перед установкой колеса необходимо снять кожух цепи. Данная модель хороша тем, что у нее в стоке стоит 520-я цепь. Соответственно, переднюю звезду можно оставить, если она в хорошем состоянии. Я установлю самую прочную 520-ю цепь РК GXV с антикоррозийным золотистым покрытием. Она имеет самый долгий срок эксплуатации благодаря запатентованным сальникам XV, подходит для мотоциклов с объемом двигателя 1000 кубиков и не требует тщательного ухода. Необходимую длину цепи определить просто. Два зуба на звезде соответствуют одному звену на цепи. В стоке на этой модели стоит звезда 43 зуба и цепь 112 звеньев. Я увеличил звезду на 11 зубов, соответственно цепь надо увеличить на 5,5 звеньев. Округлять лучше в большую сторону, так что получается нужна цепь 118 звеньев. Мне нужно отрезать два звена. Пин легко выдавить с помощью специнструмента. В комплект входит замок под расклепку с заводской смазкой. При сборке замка важно контролировать расстояние между пластинами, чтобы их не пережать. Оно должно быть как у остальных звеньев. В данном случае надо еще немного сжать пластины. Далее расклепываются шляпки пинов. Диаметр расклепанной шляпки пина должен быть от 5,7 до 6 мм. После установки цепь необходимо натянуть. Для этого выкручиваются регулировочные болты симметрично с обеих сторон.
Свободный ход цепи измеряется посередине между осями звезд и должен быть от 30 до 40 мм. После натяжки регулировочные болты обязательно нужно законтрить. В завершении можно установить крышку передней звезды, хотя многие ее не ставят. При этом болты лучше наживлять от руки, чтобы не сорвать резьбу. Болты крепления крышки затягиваются с усилием 9,8 ньютона-метров. Болт крепления датчика скорости затягивается с усилием 6,9 ньютона-метров. Приобрести детали нашего производства можно в магазине Stantec Shop. Это была установка алюминиевой звезды Stantec. Подписывайтесь на канал и следите за подготовкой этого мотоцикла к стантрайдингу.